Сухуцкий санаторий есть замечательное место, поляна русских сказок. Фигуры и статуи из дерева, различные сказочные персонажи. Вот витязи богатыри стоят. Витязи богатыри. А один с мечом стоит. Вот какое-то чудище лесное, носатое. Кикимора, что ли? Видишь, нос какой. Два рога вроде. Вот и мели вроде с ведром. И шука. И мели со шукой. Ведро, шука. Вот это непонятно кто, змея что ли? Вот и лягушку видим. Вот это пока не вижу кто. Лиса, что ли? Хвост вроде лиса надо. Хитрая лиса, он сыр просит. Здесь вроде в виде бобра сиденья сделаны. То ли крокодила, чешуи крокодила надо сказать. Ну это петушок. Это кот в сапогах. Тут что-то поломано вроде. Что-то было, но его поломали. А, крокодил. Что, мусор везде. А вот эти черти. С рожками. Вот, вот бегемот вроде. А вот это не пойму что. Что-то он два глаза, зеленое, и наверху рога. Даже затрудняюсь сказать, что за животное.
О, Баба-Яга в ступе. Это у нас тоже что-то, то ли бегемот, то ли что-то такое раскидано. А вот главная фигура. Высокая. Русалка изображена. Вон, рыцарь с мечом лезет наверх. Кот на цепи сидит. Такая большая, что даже не влезает в это. В объектив полностью. Видишь? Вон, разбойник с бородой сидит, кордун. К нему Витязь с мечом лезет. За бороду хватает. А там еще возле сова сидит наверху. Какая композиция интересная. Такая у нас поляна сказок.